Привет всем! Сегодня 16 апреля, но погода такая, будто бы сейчас конец марта. Прохладно и идет дождик. Но в лесу все равно очень красиво. Мы даже под дождик выбрались в лес. Приглашаю вас с собой на прогулку. Пошли. Говорят, что по кольцам спиленного дерева можно определить, сколько дерево прожило лет. Этому дереву плюс-минус 30 лет. Самка шмеля ищет себе дом. Она так и называется. Ищущая самка. Так и будет летать, пока не найдет себе место для норки. А вот и первая загадка. Светло-алые клещи. Кто знает, как они называются, то, пожалуйста, напишите в комментариях, опасны ли они для человека. Стали опадать сережки с осины. Это верный признак, что скоро начнутся строчки. Нужно смотреть очень внимательно под ноги. Вдруг они уже начались. Вот это размер березового капа. Вот это впечатляет. Вот такой маленький трутовик окаймленный растет. Чем дальше вниз, тем больше влаги и гуще цветов. Появляется и белый ряст. Какая шикарная медуница.
Лес будто бы сказочный. Просто хочется стоять и молчать. Наслаждаться этой красотой. Но времени мало. Нам нужно идти дальше, чтобы больше увидеть. Вот целое семейство лекарственных трутовичков. Вон там еще. Нужно будет запомнить место. Вот уже и ветреница распускается. Вот остатки зимней дрожалки. Ну а дрожалка это есть дрожалка. Вот и загадка наша. А вот еще один лесной житель. Похож на скалопендру, но это кивсяк. Ему холодно, и он спит. Положим его обратно. А вот еще одна дрожалка желтая. Зимы осталось. Ну, эти все дрожалки дрожат целый год. Однако есть вопрос, найдем ли мы весенние грибы вместо зимних? Хорошо в лесу, когда дождя нет. Сколько здесь ряста? Такая красотища! Так хочется остаться и наслаждаться этой красотой. Но пора двигаться дальше. Вот и первые наши весенние грибы. Это саркосыпа алая. Очень красивые и нарядные грибочки. Да еще какого размера? Эти грибы очень красивые и съедобные, хотя они не редкие.
Поэтому мы возьмем их с собой. Первый наш грибной трофей в этом году. Интересно, какой он будет на вкус. И ждите нашего следующего ролика, как мы эти грибы будем готовить. Эти грибы так напоминают посудку, что в некоторых странах есть такое поверье, что это посуда эльфов. В этом поверье говорится о том, как эльфы всю ночь гуляли так громко, что растеряли всю посуду. И теперь эльфы отдыхают в своих домиках, а мы нашли их потерянную посуду. В это верят жители скандинавских стран. Но мы продолжаем дальше свое путешествие. Почин есть у нас. Ого! Это даже не посуда, это целое блюдо эльфов. А эти эльфы не малыши, судя по их посудке. В ней даже еда осталась. Или питье. Хотя мы сегодня и не нашли строчков, но все указывает на то, что они должны появиться со дня на день. Но зато мы нашли весенние грибы. И в следующем видео я покажу, как мы их готовим. Всем пока! До новых встреч! Нас еще ждет много интересных приключений и экспериментов.